Хороший сбор на сегодняшний день. Вот начали с 8 по 30 января. Специально вот в горах 1800. Это фундамент наши. Сейчас функциональные работы создаем. Очень большое количество ребят пригласили. И молодых ребят, юниорской команды, которые на сегодняшний день перешли во взрослую команду. Также взрослых ребят, около 110 у нас боксеров. Сбору по общей физической подготовке, после которого ребята разъедутся и начнут уже подготовку к турнирам. В Болгарии будет турнир международный. У 19-22 возрастной категории тоже переста Европы в Хорватии. В марте у национальной команды турнир сильнейших боксеров страны. Восьмерка сильнейших будет боксировать. И в мае чемпионат Европы в Ереване, в Армении. Очень хорошая школа Бурятии на сегодняшний день. Ребят очень много. Значит, и сборная команде около 3-4 человек находится. И вот и у нас одни из ведущих на сегодняшний день. Мы рассматриваем 51 килограмм Батлаева. Он выполнил только норматив мастера спорта международного класса. Очень хороший турнир выиграл. И на России показал. Я думаю, что он в этом весе является лидером сборной команды. Думаю, что на сегодняшний день, вот сейчас они выезжают на сбор в Омнинск. С 5 по 13 будут на сборе. И с 13 по 18 февраля примут участие в очень хорошем международном турнире в Белоруссии. Весь костяк сборной команды едет туда. И вот три боксера из Бурятии на сегодняшний день принимают участие. Очень квалифицированные тренера. Тренерский состав, Ондаржо, на протяжении этого последнего года показывает хороший результат. Руководство федерации, Валерий Пуркович, очень серьезно к этому относится. На сегодняшний день у нас еще и Гоша Кушташвили, который выступает за Бурятию, является в обойме мастер спорта международного класса, рассматривается на участие в чемпионате Европы. Батлаев, Цыбиков готовится к первенству Европы, которое будет проходить в Хорватии в марте месяце. В любом деле нужно, да, идти вперед, добиваться результатов. И на этих достигнутых этапах ни в коем случае не стоит останавливаться. То есть дальше идти к более высоким вершинам. В принципе, очень знаком с великими боксерами, которые боксировали в советские времена. Владимир Константинович Сафронов, один из самых первых и сильнейших боксеров Советского Союза, в Мельбурне стал чемпионом в 1956 году. Также я очень знаком с Баранником Мильтоном, вот, Иннокентьевичем. Несколько раз увиделся, встречался. Один тоже из, я видел, как говорится, и наслышан, с ним много беседовал, разговаривал. Это один из сильнейших боксеров 60-го года. В 1960 году я его, как говорится, он был участником Олимпийских игр, а в 64-м году завоевал медаль вот в Токио. Владимир Сафронов и Виллиптон Баранников. Это наша гордость. Мы работаем быть им достойным. Тамир Галаев лучший боксер. Он сейчас боксирует за сборную Сербии. У него хорошие результаты раньше, надеемся, и добрые результаты в этом году. Владимир Сафронов, наш земляк, первый олимпийский чемпион. Мы гордимся, мы пытаемся подражать ему. Георгий Кушташвили
находится на сборе. Он готовится, у него 19 февраля будет профессиональный бой, 8-раундовый в Екатеринбурге. Для ряда таких людей надо проводить памяти турниры ихних. Конечно, это великие боксеры. В первую очередь, ну, Валерий Пурбуевич, он очень хорошо сотрудничает с Федерацией бокса России. Очень хорошие отношения. И у нас очень хороший руководитель Умар Назарович Кремлев. Очень часто Татьяна Анатольевна возглавила Федерацию. Очень Кириенко. Они очень с пониманием относятся, с уважением. Я думаю, что на сегодняшний день, и тем более еще в Бурятии в этом году будет женский чемпионат Европы. Это большая заслуга руководства Федерации Бурятов, всего бурятского народа, как говорится. Плеяда боксеров Бурятии. Я, ребята, вижу, как трудятся, работают, горят желанием. Я думаю, что плеяда вот этого сильнейшего состава, думаю, что увидим на Олимпийских играх в 2024 году. Сейчас цикл уже начался в этом плане, что я думаю, что одни из сильнейших боксеров ребята будут принимать участие в чемпионате мира по взрослым. И думаю, что такие ребята могут завоевать путевку на Олимпийские игры.